нас пригласил Илья сюда, да, свидетельствовать, потому что свидетельствами мы прославляем Господа. И я начну свои свидетельства с песни, но в отличие от двух предыдущих исполнителей, я далеко не композитор. Песни складывались сами по себе. То есть я никогда не занималась вот этой работой, да, сочинять песни. Но в 2 часа ночи меня разбудил Господь, я пошла на кухню. Ну, я поняла, что Бог разбудил в 2 часа ночи, да, как бы понятно. Вокруг тишина, и вдруг я слышу, как стучат барабаны, такое веселье, такая хвала. Я еще подумала, ну, Наташа, все, у тебя уже барабаны стучат, ты уже вообще перемолилась и замолилась. Вот. Но после этого на меня сошла такая радость, что я стала танцевать на кухне, и полились строчки. И как меня дочка, вторая дочка моя, научила, мама, сразу включай диктофон, и я стала просто, вот все, что приходило, я стала говорить в диктофон. И я понимаю, что это не мое, я сразу говорю, песни не мои, поэтому я их пою с блокнотом, потому что я их не знаю, хотя они были даны мне. Вот. Но Господь действовал через меня. К чему я это все долго говорю, драгоценные? Бог вот этими песнями сломал во мне предубеждение, то, что мы, как дети Божьи, одарены какими-то определенными дарами, да, определенными. Типа не все нам дано. Ну вот Господь показал, что это ложь. Если Христос живет во мне, а Он полнота, наполняющая все во всем, то мы можем быть и композиторами, и певцами, и, не знаю, балеринами, и танцорами, и пасторами, и кем угодно, кем угодно. Главное ваше решение, главное ваше желание. Я и ты, мы новое творение, созданы по образу.